Всем привет, меня зовут Наталья, это мой блог Net2Bet, блог о парфюмерии. И сегодня я буду рассказывать вам об одном прекрасном бренде, с которым я познакомилась на выставке Интершарм и освещала вам ранее немножечко, чуть-чуть, вот там будет ссылочка на мои впечатления выставки Интершарм. Освещала немного этот бренд со стороны того, что я вообще люблю новые российские марки, новых российских парфюмеров. Я уже говорила про свою любовь к Ольге Госиной и ее творчеству, и о ее творчестве есть много у меня на канале, в том числе интервью с ней. Это никак абсолютно не является рекламой, никакими там рекламными акциями, никто мне не платит, как я уже говорила, рекламы нет у меня на блоге, что хорошо. И вот этот бренд, соответственно, мне тоже не платил, но я с удовольствием расскажу, потому что я вообще моя изначальная идея блога была рассказать людям о нишевой парфюмерии. Но вот сейчас, знаете, читаю комментарии ко многим своим видео, и некоторые меня даже, ну, немного не смешат, но такое забавное состояние вводит, когда я читаю о том, что ниша уже не ниша, люкс уже не люкс, и то, что, не знаю, там... Лютанс — это уже что-то совсем массовое. Ну, я не спорю. То есть, например, крупные бренды, такие как Tom Ford, Lutens, переходят. Ну, Tom Ford как и был люксом, он так и остался. А Lutens переходит в разряд люкса, и другие нишевые бренды, ранее являющиеся более мелкими и такими вот ламповыми, становятся очень распространенными. Не потому, что они запускают рекламу или ухудшают качество своего сырья, я бы не стала об этом заверять, тем более рекламы у них точно нет. Но ты их уже слышишь достаточно часто. Звезды начинают этим пользоваться, известные личности, слишком много информации. И, например, в той же самой Москве намного проще купить какой-нибудь там Джо Малон, Пенхаллиганс, там Том Форд, Амуаш, чем у нас, например, в нашем городе. В нашем городе, я не знаю, Монталь до сих пор ниша, да? Вы поймете, о чем я говорю, те, кто знает. Так вот, настоящая ниша – это то, что наши ребята создают. То, что создают... новые маленькие открывающиеся бренды. И вот в России это в основном, ну хотя, наверное, в большей массе своей, это женщины, о прекрасные русские женщины, потому что все равно у нас есть такой менталитет, мне кажется, что мужчина, создающий высокое искусство, там, парфюмерию, картины, он какой-то недомужчина. Ну, в общем, ладно, у нас есть такие патриархальные установки, в России, мне кажется, пока еще особо. Так вот, это бренд прекрасной женщины, и вы знаете, если Ольга Госина для меня, бренд Осмогенес, для меня образец такой, как вам сказать, немного такой феминной женщины, немного современной, такой ультрасовременной, такой, знаете, стильный. И несмотря на то, что она приходит в платьях, у нее очень много таких сдержанных ансамблей. Я за ней наблюдаю в Инстаграме, и у нее такие сдержанные черные платья, она вся такая, знаете, немного острая, немного такая... современная. И в первый раз я ее увидела на выставке в костюме. То Екатерина Сиордия, создательница бренда Сиордия, о котором буду сегодня говорить, это прям вот женщина. Вот Ольга тоже женщина, я не спорю. Я имею в виду в таком вот плане, знаете, как на каком, наверное, классическом. То есть это такие, ну, пшеничного цвета волосы, рассыпанные по плечам. Это такая мягкость и в то же время очень... От нее прям прет сексуальностью, в хорошем смысле слова, такая томная, глубокая сексуальность, наверное, которая бывает у итальянских женщин, ну или у русских женщин некоторых. Короче, теплая такая, знаете, южная. И это не случайно, потому что она родилась, ну как бы и живет в Краснодарском крае. И более привыкла к знойному климату, к горячему климату, к горячим женщинам, которые намного более... скажем так, женственнее, чем все остальные в центральной полосе России, наверное, так. То есть сохранилась такая природное обаяние, очарование, мягкость. И, знаете, это немного не мое, то есть я, например, не из таких, хотя иногда мне хотелось бы, и в предыдущем видео на Dolce & Gabbana я об этом рассказывала, но нет. И тут меня все равно это привлекло. Я ее увидела на выставке, увидела ее маленький такой вот, ну, как бы корнер там был, и она привлекла меня своей какой-то, знаете, еще магической, она как будто колдунья, я не могу объяснить, то есть у нее были какие-то украшения, по-моему, она была в чем-то темно-синим, и эти глаза, и она вот такая вся прям, ну, такая ведьма, знаете,
красотка. Я подошла к ней и попросила чего-нибудь древесного. Она начала мне подбирать разные ароматы, я их слушала, да, они интересные. И тут я у нее увидела флакончик с Фридой, увидела вот эту вот очаровательную Фриду, сейчас вам покажу, вот как это все лежало. Я увидела это личико, я сказала, а Фриду можно послушать? Она говорит, это не совсем то, что вы выбирали, но, конечно, конечно, может быть, вам даже понравится и подойдет. И когда я нанесла на себя Фриду, я вообще пропала, вот я вам честно говорю, я не знаю, я выпала, я вдохнула и поняла, что я хочу это, что это вот то, что это мое состояние на тот момент, это мое желание на тот момент, и это такая мощь. Такая мощь, какой мощью была сама Фрида. Вообще, давайте немного про бренд поговорим. Бренд Сиорди. Сиорди не случайно выбрано название. То есть Сиорди – это фамилия отца Екатерины. Это одна из грузинских фамилий, как было указано в одном из интервью, которое у нее есть на ее сайте. Вообще, бренд создан 2 года назад, в 2016 году, но сама Екатерина начала делать парфюмы уже 12 лет как. То есть, наверное, получается, где-то в 2006 году, да, то есть она начала что-то смешивать для себя. Первая композиция, которую она сделала, это был сандал и чампак, и она говорит, что это очень крутое сочетание, мне даже стало интересно, знаете, действительно, как это все звучит. Впоследствии начала разрабатываться новые идеи, вдохновляется она, конечно же, событиями, людьми, но как и все, наверное, парфюмеры. И сама концепция бренда, знаете, отражение множественного состояния души человека, то есть человек может быть разным. И как раз Екатерина призывает к тому, что особенно у нас, у женщин, постоянно меняется настроение, да, там, сегодня я ведьма, а завтра я домашняя хозяйка. И она планирует именно, ну, как не планирует, она, ее идея была, это то, что мы каждый день разные, и подобрать под эту разность новый парфюм. Интересно, да. И знаете, вот я заметила, у нее все такие ароматы, какие-то немного мистические, картинки у нее яркие на флаконах, и ароматы какие-то непростые, знаете, там о феях, там, о загадочных туманных лесах и в то же время вот о известных личностях. Я так понимаю, это на нее второй парфюм, если кто-нибудь знает об этом бренде, может меня поправить, связанный с личностью человека, да, и я задала ей вопрос, будут ли еще такие ароматы, но она сказала, что это небольшой секрет, и пока она об этом говорить не будет. Давайте конкретно о парфюме «Фрида». Вот этот флакончик, на самом деле, вы такой не купите. Это специально для меня, хотела бы я сказать, но нет. Это просто был такой полупробник, который мне продали на выставке. То есть стоило мне это дешевле, чем могло бы стоить, да, потому что это был последний день, грубо говоря. Вообще, такой, это вот, наверное, 5 мл, и 5 мл не продается у них. У них продается 15, и стоит это 3800, и 30, и стоит это 5800. Ну, то есть выгоднее, конечно, купить 30. Ну, это нормально. 15-мл флакон, но это примерно как вот у меня, если посмотреть бренд Осмогенес, у меня там Богема в таком флаконе. Он вот, так, вот такой, наверное. Вот, вот такой вот по ширине, и вот такой вот по высоте. И здесь 5 мл, но мне пока хватает, потому что каждый день им пользоваться сложно, на работу пользоваться сложно, потому что это очень. Давайте о нотах. И вы сейчас просто взорветесь. Здесь кофе, но кофе именно робуста. Вот, даже интересно стало, потому что те, кто знает кофе, я, например, была бариста, и арабика – это что-то более мягкое, да, это более насыщенное, робуста – более грубый кофе, да, по вкусовым и обонятельным признаком, он очень терпкий, очень резкий. Так вот, здесь кофе робуста, здесь куркума, пажитник, обожаю сыр с пажитником. Здесь пажитник, куркума, перец, здесь ром, текила, соль, роза, что там еще, магнолия, жасмин, кожа и юзу. То есть вы представляете, а, еще табачный дым, конечно же, табачный дым, как же Фрида без табачного дыма, короче, это такая Мексика во флаконе, но знаете, такая творческая Мексика, я сегодня весь день обновляю, не потому, что он, наверное, пропадает, а он, скажем так, через 2 часа он начинает сидеть близко к коже, это факт, то есть сначала он очень сильно парит, его очень хорошо слышно, через 2 часа он, его аура сокращается, наверное, вот до такого расстояния. То есть, когда я подходила к коллегам на работе, они слышали, но когда я мимо них проходила, они не слышали этого аромата, то есть, когда они за столом сидели.
А вот когда я к ним подходила по каким-то вопросам, они слышали. И, наверное, через где-то часа 4, это совсем вот здесь, где-то совсем близко. Потому что очень большая концентрация натуральности, натуральных составов. Вот даже есть маленькая чуть-чуть взвесь, что, в принципе, характерно для натуральной парфюмерии. Вот такой вот густой цвет. Не знаю, видно вам там, нет? Муж, скажи мне, видно? Прекрасно. Видно, вот видно прекрасное, значит, лицо Фриды. Это картинка яркая. Бренд Сиордия, кстати, вот, да, элемент. У них есть свой лого. Здесь или здесь? О, будет здесь. Вот он, лого. В логотипах бренда обозначает бесконечность. То есть это S и бесконечность одновременно. По краям в рамочке идут руны. И, как мне объяснила создательница бренда, это руны, отвечающие за благополучие и немного даже материнство. Очень громко стало. Я надеюсь, вы не слышите очень громкую музыку. Вот, за благополучие материнства. Это очень интересно. Наверное, в этом есть такое, знаете, какое-то природное начало. То есть энергетика настоящей женщины. Вообще, когда я говорила о того, для кому, как бы, кто целевая аудитория этого бренда, спрашивала я Екатерину. И она мне сказала, что это люди, которые не боятся отражения себя, выражения себя, да, то есть не боятся себя показать такими, какие они есть, выразить вот в этом всем свою сущность. Это классно для смелых людей, она подчеркнула, для смелых людей этот бренд. Соглашусь с вами, Екатерина. Но, знаете, вот все-таки наша парфюмерия, инди-парфюмерия, она не из разряда таких, которые вы вслепую закажете, поэтому я советую вам где-то познакомиться с ней. Где я напишу внизу, пока не изучила до конца весь список, и я напишу вам это в инфобоксе, где можно, наверное, приобрести ее ароматы, ну и плюс у нее на сайте, конечно. Но я, как уже говорила, сначала лучше познакомиться. А конкретно Фрида – это кофейно-ромовый аромат, очень резкий, немного подкопченный из-за табака. Ощущение будто… Ощущение не женское, я бы не… Хотя, вы знаете, легкая цветочная составляющая все-таки добавляет туда женственности. Это все-таки женщина, но она в мужском костюме. Она сильная, очень сильная. Вот она сидит в мужском костюме, курит сигару. Сигару, не сигареты, не вот, нет, это не дешевая сигарета, она курит какую-то сигару, сигарилу там, не знаю. Перед ней стоит бокал с ромом. И все-таки текила, я не представляю, чем пахнет текила, а вот ром я здесь слышу. Столик деревянный, от него тоже пахнет деревом, такой полиролью даже немного. Вот она сидит, курит, она о чем-то думает, у нее есть свои какие-то, своя какая-то позиция. Возможно, она немножко на надрыве. Вот действительно на надрыве. Я потом тоже в таком мини-интервью Екатерина сказала, что она представляла сильную женщину мексиканский, да, такой характер, но все это на нерве таком. Вот как жила и сама Фрида на оголенном нерве, то и этот парфюм, он слегка на нерве. Я бы не сказала, он неспокойный, не умиротворяющий, он не сильный и такой, знаете, типа бывает, вот как, например, Джордж, по-моему, да. У садов писателей Жардин де Криван Джордж. Ну, короче, там был парфюм тоже табачного направления, тоже женщине посвящен, но он был спокойный, такой уверенный, знаете, прям вот. А этот немного такой, она пьет, понимаете, то есть она уже хорошо так подвыпила, я бы сказала, либо она уже похмеляется, не знаю. Но это немного у вот так вот. То есть, знаете, как это? А кто у нас там пел это? Боже мой, кто у нас пел «Шальную императрицу»? Аллегрова. Вот, наверное, что-то, знаете, из разряда современной Аллегровой, то есть сильная, независимая современная Аллегрова, которая такая, я вам сейчас, я все... Вот, короче, не знаю, как это выразить, но он такой немного бьющий такой, знаете, боевой парфюм. И... Я одевала его на работу один раз, хотя я боялась, что от меня будет пахнуть каким-то алкашкой, и люди подумают, что... Но говорят, что пахнет больше кофе. И приятно пахнет, ну как, приятно необычно, то есть скорее не то, чтобы, типа, о, тебе так приятно пахнет, а типа, такой запах, ну, то есть разные абсолютно интерпретации. И
не пахнет алкоголем, но пахнет очень дерзко, резко, и мне тогда нужна была поддержка небольшая в этот день. В том плане, что там на работе был завал, и мне нужен был такой рывок. И вот это рывок. Это рывок, это эмоции, это немного надрыв. Это придаст вам силы, но не придаст вам спокойствия, скажем так. Как, знаете, как удар из последних сил. Вот что-то такое. То есть все силы здесь будут. Но после этого вам придется отдыхать. Вот что-то из такого разряда. Я надеюсь, вы меня поняли, что я имела в виду. Кофейно-алкогольный интересный аромат с белоцветочными нотами, которые придают этому женственность и немного нервы и страсти. Вот, такая необычная парфюмерия. Пишите, если вы знакомы с брендом Сиорди, с какими вы нашими нишевыми брендами знакомы. Что вам нравится, что бы вы мне посоветовали, может быть, тоже из наших, хочу наших поизучать немного. И советую, очень интересно, очень, знаете, как-то по-русски, я бы сказала. Вот прям по-русски. В этом есть такая российская страсть, знаете, вот Россия, она же у нас такая на стыке немного, на стыке Востока и Европы. И это такая еще не восточная полностью страсть, но уже страсть, которая такая... под черным мужским костюмом. Вот так вот я закончу сегодня свой блог. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И помните, что мир полон необычных ароматов, никогда не ограничивайтесь малым.